Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 2. При решении неравенства получили ответ. А. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Б. 5, 6, 7. Какое неравенство решали? А. Х меньше 7. У данного неравенства получается вот такая система ответов. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть к данным решениям неравенства мы придумали неравенство х меньше 7. А теперь к решениям неравенства 5, 6, 7 составим само неравенство. Это неравенство х больше 4. Неравенство имеет бесконечное множество решений. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.